Всем привет! Сегодня я вам хочу показать баг со спавном VC. У DeathWays 3. Итак, запоминаем инвентарь. Помнили, да? Баг находится в первой главе после удачной посадки на планету. Вы это найдете однозначно. Баг состоит в том, что выйдя за эту дверь, происходит сохранение, а вещь за дверью постоянно резается. Так можно бесконечно ходить туда-сюда. Ну, так как я играю на харде, туда-сюда. И наспавнить много аптечек. И материала там для создания патронов и прочего куча. Так вот. Вышли, сохранились, развернулись, пошли. И опа-на, у нас тут все есть. И снова зашли туда-сюда, и снова так вот вернулись, взяли, вышли. Выходите. Ну да, спасибо вам за внимание, за просмотр. Ну да. Лососёнок плавал в ручейке. Лососёнок грезил о несбыточной мечте. Шлёт привет мне дроут. Да, пошли. Туда-сюда. Ой, любовь. А я что, еще снимаю, да? А черт.